назад! Назад, Карсон! Ну, свиреп он у вас. Ну, давайте я вам перевяжу. Да не волнуйтесь, вот так. Вы понимаете, он еще, ему 11 месяцев, совсем ничего не понимает. Выбежали, а он этого не любит. Что ж теперь делать? Да ничего. Повестки все сдали? Да, так точно. Да. Молодцы. Ну, а скоро нас там? Ждите, вызовут. Ведь вы в следующем году школу заканчиваете? Да. Ну, вам положена отсрочка. Знаю. Но я хочу в армию. Если можно, в десантные. ВДВ. Без среднего образования. Ну и что? У меня 3 прыжка с парашютом. Золотой значок ГТО. Вы понимаете, мне именно в десантный нужно. Почему? Ну, там настоящие мужчины. Ну, ведь ты пойми, что без аттестата зрелости тебя в ВДВ не возьмут. Ну, ладно, ладно. Приходи ко мне во вторник 3:00. Можешь? Могу. Поговорим. Хорошо. Подумай, как следует. Добрый день. Моя фамилия Корнев. Дело в том, что... Садитесь. Ну вот, собственно, поэтому я... И все-таки я не понимаю. С дневного отделения вас отчислили. Вы нигде не работаете. Отец, мать у вас, слава богу, живы-здоровы. Почему же военкомат вам еще раз должен предоставить отсрочку? Видите ли, дело в том, что... Ну, все дело в том, что... Ну, как бы это... популярнее. Ну, короче говоря, я на заочном отделении, и это лишь ад интерим, как говорили древние. Ну, на данное, так сказать, время. Товарищ прапорщик, покажите ему закон о всеобщей воинской обязанности, статью 35-ю. И вообще, что за дела? В мире сейчас какая обстановка? Империалисты такие номера откалывают. Надо сейчас быть предельно собранными и в боевой готовности, понял, нет? Вот так вот. Вытирайся. Да не так. Больно. Терпи, казак, атаманом будешь. Больно же. Есть хочу. Сейчас будем питаться. Дай еще огурец. На завтра надо оставить, Вась. Ты обещал апельсин. Ну, угла у нас не было сегодня. А к метро не успел съездить. Завтра съезжу. Обещаешь? Железобетонно. Что вы сегодня проходили? Мультики будем смотреть?
что вы сегодня проходили? Вася, иди сюда. Ты опять по математике трояк схлопотал? Ваш брат абсолютно не умеет себя вести на уроках пения. Что это такое, Вась? Не знаю. Она сказала, что я не пою, как другие. А кричу. И выгнула. А вот послушай. На свете много есть того, про что не знают ничего. И взрослые не дети. Ладно, ладно, хватит. Хватит. Так, а здесь что это такое? На большой перемене бегал по коридору и разбил стекло. Это не я. Это Сашка Пахомов. Учительница не видела и сказала, что накажет всех, если мы не признаемся, кто разбил. И ты признался? Да. Молодец. Мне теперь идти в школу, вставлять стекло, да? Нет, уже вставили. Как ничего? Очень просто. Пойду служить. Не плачь, девчонка. Перестань валять дурака. Пройду дожди. Володя. Хочешь, анекдот? Надо же что-то делать. Солдат вернется. Володь. Ты только жди. Мам, я пошел вечером. Может быть, буду. Володя! Ну, парни бравые, бравые, бравые. Но 18 тебе исполнится только лишь через 4 месяца. Так что в армию пойдешь осенью. А ребята сказали, что весной большинство берут морфлот. Чего ты взял? Ну, так сказали. Сейчас, одну секундочку. Товарищ прапорщик, а вот вы не жалеете, что вы не моряк? Ну, жаль, конечно. Но у меня дед был командиром корабля. Брат после армии на БМРТ служил. Да не призовут тебя сейчас, пойми. Ну все, 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 все. А, Федотов. Здравствуйте. Здравствуй. Принес? Конечно. Вот диплом. Вот грамота. Так. А это свидетельство, которое вы просили принести в прошлый раз. Точно, точно. Молодец, все в порядке. Так, это я оставляю. А это пока подержи у себя. Как соревнования в Калининграде прошли? Нормально, второе место. Поздравляю, молодец. Ты позвони мне в четверг, хорошо? Обязательно. Ребята, ребята, не все сразу, по одному. Так, кто из вас насчет ДСАФа спрашивал? Будьте любезны, мне нужен помощник начальника. Но его сегодня не будет. А вы, собственно, по какому делу? Ну, как вам сказать, по личному. Садитесь, пожалуйста. Ребят, подождите, пожалуйста, в коридоре. Прапорщик Одинцов. Никита. А отчество? Федорович. Никита Федорович. Меня зовут Елена Анатольевна. Я хочу, чтобы моего мужа взяли в армию. Его фамилия Гамазин. Гамазин Олег Михайлович. Одну секундочку. Подождите, я что-то вас никак не пойму. Ребята, будьте добры, подождите секундочку. Так вы хотите, чтобы вашего мужа призвали в армию? Но у вас же двое детей. Да, мальчик и девочка.
Ну, а тем, у кого двое детей, предоставляется отсрочка до 27 лет. Вашему мужу остался год. Это я знаю, Никита Федорович. Он палец о палец не ударил, чтобы мне как-то помочь. Я и готовлю, я и стираю, и по магазинам бегаю. И все на какие-то 120 рублей, которые он неизвестно где зарабатывает. Я уж не говорю о том, что он почти год не ночует дома. Скажите, Никита Петрович. Федорович. Извините, Никита Федорович, зачем мне такая жизнь? Мне сейчас приехали родители, мы живем вместе. Дети видят его настолько редко, что почти из-за отца не считают. Вчера Наденька спрашивает. Да вы не волнуйтесь. Ладно, это наш. Так на чье имя писать заявление? А, на имя председателя призывной комиссии. У вас ручка есть? Да, конечно. Спасибо. Извините, листок бумаги можно? Тихомиров, Дмитрий. Я из военкомата. Телефона у вас нет, к сожалению. Поговорить хотелось бы. Может, разрешишь? Тогда, может быть, спустимся на площадку? Справку о болезни матери ты принес и с тех пор не появлялся. Хотя мы вызывали. Я даже не знаю, закончил ты курс или нет. Закончил. И права получил? Да, еще летом. Ну что ж, я... Поздравляю. Ну, а почему по повесткам не являешься? Получал? Получал. Ну, может, объяснишь? Так, отец где сейчас, на работе? Да, на работе. Он таксист у тебя, кажется. Таксист. Тихомиров Александр Иннокентьевич? Да. Вас можно на минутку? Можно. Посмотри, Леша, вот сюда, пожалуйста. Пойдем. Ну, командир. Я сегодня разговаривал с вашим сыном. Так, слушаю вас. Вы знаете, что он получает повестки из военкомата, но на них не приходит. Вот мерзавец, а. Ну ничего, командир, я с ним поговорю на эту тему. Да вообще он у вас странный какой-то. Замкнутый. В личном деле
подшиты две характеристики. Одна, в общем-то, более-менее хорошая, а вторая необщителен, общественной работы никакой не ведет. Ладно, командир. Если мы на эту тему поговорим. Слушай, а ты давно в военкомате-то? Да не так уж. Ну, а сколько имеешь? Чего? Ну? А, достаточно. Ну, а навар? 0,0. О, командир, у тебя же семья, наверное. Нет пока. Младший брат один. Ну ладно. С ним-то я поговорю, командир. А без навара не густо. Но бывает. Что Володька просто эгоист. Всю жизнь он думает только о себе. Нет, я сама должна пойти в военкомат. Его с его нервами и в армию. Не разговаривала в институте. Они снова могли бы восстановить ног, если бы он... Да, если бы он хоть раз там появился. Мама, у нас большинство ребят на курсе после армии, ничего. Настя, в конце концов, мне нет дела до ребят с вашего курса. Не для того мы столько переживали, когда он поступал. Для того столько денег на репетиторов угрохали. Да нет, дело совсем не в этом. Господи. Господи. Я как представлю себе эту казарму. Зима, ветер. Портянки ведь. Еще неизвестно, куда его пошлют. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Как рука? Замечательно. Покажите. Да нет, ну правда, все нормально уже. А это вы мне звонили? Нет, я не звонил. А откуда вы узнали мой номер телефона? Знаете, что меня больше всего раздражает в мужчинах? Комплекс неполноценности. Он, кстати, проявляется и в дышании в телефонную трубку. Я не дышал. Значит, эта трубка дышала. Прощайте. Хотя, знаете что? Давайте гулять. Люблю весну. Всюду жизнь. В небе, в деревьях, в людях. Особенно люблю позднюю весну. Конец мая, начало июня. А в этом году ранняя весна. Видите, как все быстро распустилось. Все как-то по-новому, как будто в первый раз. А вы? Не знаю. Я и весну люблю, и лето, и зиму, и осень. А какой у вас самый счастливый день недели? Ну, тоже не знаю. Да и счастья уж такого большого в жизни у меня пока еще не было. А мой день среда. Все самое главное и хорошее происходит в среду. Точно. И Кайсан ваш меня хватанул тоже в прошлую среду. Да, я об этом думала. А когда вы родились?
2 декабря. Значит, вы стрелец. Кто? Ну, это знак зодиака. Спасибо. До свидания. До свидания, Настя. Откуда вы знаете? Неужели угадал? Нет, ну правда, откуда вы знаете мое имя? Ну, просто это имя вам больше всего подходит. А вас зовут Саша? Нет. Сережа? Никита. Ну, а все-таки, Никита, откуда вы знаете мое имя? До свидания. До свидания. Я и на педсовете говорила, что Толя Джавадов очень способный мальчик. Особенно по математике и по физике. В прошлом году у него по физике, но если не пятерка, то твердая четверка была. Вежливый мальчик, добрый, спортсмен прекрасный. Он же занимался борьбой и, по-моему, с парашютом прыгал. Да-да, я это знаю. Вот что-то с ним случилось. Рос без отца. Ведь и мать у него уезжала из Москвы на несколько лет, то ли в Калининград, то ли в Петропавловск. Ну, что может сделать 70-летняя бабушка? Ничего не может. Толик с завода ушел. Устроился грузчиком работать в овощной магазин. Выпивать начал. Сдружился с Миллиметром. А этот Миллиметр, он же в страхе держит весь двор. Скажите, что, Толя в армию попросился? Да, в десантные войска. Обещал прийти ко мне во вторник. Не пришел. Звонил ему несколько раз домой. Никто трубку не поднимает. Скажите, а друзья у Толи в школе есть? Не знаете? Вы знаете? Нет. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер автобуса, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер автобуса, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, лети, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне за двери в любую сторону сгореть души. Ах, Надя, чего, чего? Сгореть в любую сторону твоей души. Да не курю я. А 20 копеек? А можете дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Какой ключ, прапор? А ну давай 20 копеек, а то сейчас быстро 20 голов оставь. Ах, Надя, Наденька, мы будем счастливы. Куда же гонишь ты своих коней? Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улицам гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом пощелкивать, останови коней, поговорим. Да? Пожалуйста, Никит, тебя. Слушаю. Да, товарищ подполковник. Есть? Вызывает? Угу. Насчет того, Корнева, помнишь? Угу. Извините, старший лейтенант Куяров? Ну, с утра вроде Куяровым был. А вы? Я Козлов. А что это вы все на дверь оглядываетесь? Забыли там что-нибудь? Нет. Значит, вас ко мне направили? Так точно. Слушаю вас. Меня призывают в армию, и я бы очень хотел служить в танковых войсках. Так.
Именно в танковых и больше нигде. Так точно. А на Азорские не хотите? Куда? Ну, я очень хотел бы увидеть Азорские острова, но... Короче, будете служить там, куда направят. Правильно я говорю, Одинцов? А почему вы хотите именно в танковые? У меня отец служил в танковых. Понятно. И сейчас служит? Ушел в отставку по состоянию здоровья. Ясно. Преемственность профессии, значит? У меня и дед был танкистом. В отечественную? Погиб под Прохоровкой. На курсах ДСАФ занимались? В том-то и дело, что нет. Я болел. Может быть, можно что-нибудь сделать? Мы подумаем. Иди. Есть идти. Ну, а почему, собственно, не помочь парню в танковые войска? В исключительных случаях мы можем пойти навстречу. Вот так вот. А речь все-таки идет об армии, об армейской дисциплине. Понял, нет? Вот так. Кстати, вчера звонила эта, у которой двое детей. Гамазина? Да, 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 да. Интересовалась судьбой своего заявления. Я открою. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите? Проходите. Здравствуйте. Мне бы Олег Михайлович. Да их и нет никого. Олег Михайлович в институте, а тут сразу на работу, в ночную смену. А Елена Анатольевна с детьми уехала, вернется поздно. Ясно. Я из военкомата, прапорщик Одинцов. Из военкомата? А по какому делу? Хотелось бы поговорить. Чего ж с нами-то разговаривать? Мы только второй месяц как приехали. Пойду чайку поставлю. Ага. Вот. Пойдем чай пить. Сами-то не из Архангельска? Я из Вологодской. Елена Анатольевна оттуда. Они познакомились-то как? Приехали студенты коровник строить. 9 человек, да? Вот ребята молодые, ходовые, работа работы, а там танцы, туда-сюда. Слушались они. Ой, разговорился. Может, и неинтересно человеку? Вовсе, вы пейте чаек, я еще заварю. А в Москву не совсем? Кто мы? Да. Это как получится. Это как получится. Мать наша родом из Подмосковья. Солнечногорск, слыхали? Слыхал. Да. Так вот тут наша мать. А я там в армии служил. У нее и прописка осталась. Теперь мы на пенсии, понимаете? Я в деревне жил. Ну вот и Елена Анатольевна, слышь, проект не хочет. А зять как? Олег Михайлович? Ну да. А что зять? Зять ничего. А вот чаек хорош. Вот хорош. Спасибо, в Москве попили мы чаю. Мы любим выпить чайку с вареницей. Ягод у нас в Вологодщине, сами знаете. Бывали? Нет. Ягод мы. Черника, голубик, черная смородина, кустами, дикая, осыпная. Клюква, да, мать? Да, ну, уж чего-чего, а ягод-то это... Да. Ваша дочь написала заявление в военкомат.
просит вашего зятя призвать в армию. Да? В армию? Да. Говорит, что ни в чем не помогает. Дома не ночует. Как не ночует? Так ведь он же... Погодите, а... Я вроде слыхал, что с двумя детьми не берут. Да вообще-то положена отсрочка до 27 лет. По закону. Ну? Но всякое бывает. Что вы об этом думаете? Я вообще-то знаю, что Олег Михайлович, он кандидатскую диссертацию заканчивает. Характеристики с места работы, институт у него хорошие. Так Елене Анатольевне должно быть виднее. Мы в Москве второй месяц как приехали. Она красивая, эта тетя? Очень красивая. А кто она? Учится в институте. Интересно. А что потом будет делать? Переводчиком будет работать? Или преподавать английский язык? Детей будет учить или взрослых? Да я думаю, что взрослых. В институте. Ну как? Сложил две стороны? Ну, здесь одна и так. Ну, не очень-то. Здравствуйте. Я Настя. А ты Вася? Да. Очень приятно. Спасибо. Ну что, пойдемте, что ли, а? Пойдем. Продавали мороженое. И брат просил, чтобы ему купили два, а мне одно. Потому что родился он позже, и, следовательно, мороженого успел съесть в своей жизни гораздо меньше. Да, железная логика. Да уж, в логике ему не откажешь. Я все свое детство мечтала иметь собак. А брат захотел и купил. Ему вообще никогда ни в чем не отказывал. У него есть приятель один. Бера. Этакий 23-летний супермен. Он даже какое-то место занял на ралли в Прибалтике. А для моего Володьки он просто кумир. Он даже говорит его голосом, его словами. Вертушка, плиты. Что-то я вам все о себе и о брате рассказывала. Нравится, да? Конечно. Ну, ты посмотри, какой. Ты. А? Крупный. Ну, да. А, крупный. Это не хомяк. Это знаешь кто? Это тигр. А почему? Для вас 2,5. Вась, ну смотри. Ну как? Нравится тебе? Конечно. Конечно, он нравится. Одинокий. А? Он одинокий. А ты знаешь, как его кормить-то? А?
Так. А? Так. Так, крупу ему сейчас дашь, так? Да. Потом манки дашь, потом супу ему дашь. Вот, туда бумажек положи всякой крупы, и он у тебя будет здоровый-здоровый. Спасибо. Спасибо. Никита, расскажите о себе. Вы не москвич? Нет. Из Ставрополя. Жил там до 6 лет. Отец у нас был военным. Учился в Приморье. Потом работал грузчиком, спасателем, шофером. Ходил матросом на рыболовецком судне. Потом армия. Ну и так далее. Так что интересного мало. А где вы служили? В Дальневосточном военном округе. А вы работаете или учитесь? Учусь и работаю. А где работаете? Так, что-то вроде почтового ящика. А учитесь? На юридическом, вечернем. Вася. Чего? Устал? Совсем не устал. Доставил призывник Тихомиров. Могу быть свободным? Да-да, спасибо. Ну, что ж ты так? Договаривались ведь. Как мужчина с мужчиной. А? Ты слово-то держать можешь? Сам же ведь говорил. Слушай, но будь ты самим собой. Здесь же тебе не отделение милиции, и не кабинет директора школы. Ну? Что молчишь? Может быть, хочешь какие-то определенные войска? Так давай, я попробую. А? Ну, не молчи ты, слушай. Неужели трудно поговорить по душам? Что с тобой стряслось? Трудно было. Иногда очень трудно. Но я вам честно скажу, мне врать нет причин. Смысла нет. Я армии очень благодарен. За все. Если бы не армия, ну, я не знаю, что бы со мной было. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. А, здоров. Мальцев. Малыхин, товарищ старший лейтенант. Андрей. Алексей. А, ну, помню. Ну, как? Нормально. В техникум поступил на вечерний. Работаю на ЗИЛе. Одинцов. Посмотри на этого гвардейца. Угловой дом по проспекту, знаешь, 9-й, кажется, или 11-й. Так он там предводителем всей шпаны был. Ну ладно, ладно. Что было, то прошло. Разрешите, иди, товарищ старший лейтенант. Иди. Ну, заходи как-нибудь. О службе расскажешь. Заходи. Ну, я пошел. Был с антропой дворовой, а теперь серьезным парнем стал. На ЗИЛе работает. В техникуме учится. А это что у тебя? Ну сколько можно с каждым носиться, как с писаной торбой? Ты этому Джавадову, который воздушно-десантный хочет, повестку в комиссию послал? Да, послал. Ну хочет, пусть служит. А какую по счету посылаем повестку? Ну этот, молчун. Тихомиров? Да-да, Тихомиров. Он у меня был на той неделе. Ну и что? И должен был явиться на медицинскую комиссию. Это на вчерашнюю? И с родителями беседовал? С отцом его, до того. Ну и что? Да как вам сказать? Побеседовали. Давай оформляй дело Тихомирова для передачи в прокуратуру. Так прямо и сказал? Ну да, вон Мишка рассказывал.
Говорит, надоело возиться, давай сразу в прокуратуру. Вот такие дела. Да, такие вот, ребят, дела. Ты к Димке иди, он твой друг. Он тебя послушает. Не послушает. Он всегда упрямый был, самый упрямый из класса. Это точно. Прошлой осенью с ним поспорили, что из того магнитофона, что с шестого этажа упал, ничего не сделает. Так сделал же! Хороший он парень, честный. Упрямый только. Мужики, у меня появилась интересная мысль. А что, если его папаше врезать хорошенько? А что, это идея? А что это даст? Ну, я не знаю, Мишка, ну... Ну, что делать? Что-то надо делать. И тут, понимаешь, вмешивается этот прапорщик. Это какой? Который с Куеровым в одной комнате сидит? Да, Одинцов. Ну, обещал насчет меня поговорить. Ну, чтобы в танковый. Слушай, как быстро время прошло. Помнишь, еще недавно из ящика в пятом классе танк сделали? Да. У магазина натаскали, да. Ты мне еще в лоб доской засветил, я ору на весь двор. А ты мне, это бронебойный снаряд, это бронебойный снаряд. Я к тебе вот что хотел. Я когда в военкомате был, то старший лейтенант Куяров. Ну, он насчет тебя что-то Одинцову говорил. Ну и чего он говорил? Говорил, что пора прокуратуру оформлять. Надоело с этим Тихомировым цацкаться, сколько можно. Ты пошел бы, поговорил с ним. Нет, не пойду. Ну, ты же у матери один. Как же она без тебя? Нет, не пойду. Тогда я пойду. Нет, нет. Сыночка! Кто это приходил? Ошиблись. А что так долго звонили? Да я на кухне был, картошку оставил. А. Что я без тебя делать-то буду? Стакан воды некому подать. Ну, ты опять, да? Димушка, родненький мой, а может, все-таки передумаешь, а? Мам, ну ты пойми, ну, соседи сказали, что будут заходить, и тетя Маша сказала, что будет заезжать из Загорска, а зимой совсем ведь к нам переедет, сказала? Да, сказала. Ну, ты пойми мне, пожалуйста, ну, все ребята служат, и Сашка, и вот Миша Козлов тоже скоро уходит. Ну, я ведь мечтала все-таки, ну, мам. Ты пойми, ну. Молодой человек, вы к Тихомировым приходили? Да, к Тихомировым. Ну и что, не открыл? Кто? Ну, Димка-то. Да нет никого, кажется. Да там он. С полчаса как пришел, увидел вас, наверное, из окошка и притаился. Почему? Ну, почему? Потому что... Да, ну что вы стоите-то? Надо садитесь, правда, садитесь, нет, садитесь, садитесь. Молодой человек. Почему же он притаился? Понимаете, у него мать парализованная лежит. Он за ней один ухаживает, у понимаете, них никого нет. Он же, ему же понимаете, надо... Как вам мать, как стоять? Да мы сделаем, как его все. Призывать мы вас, не если хотите, мы напишем письмо, мы все подпишем. А что нет дома? Thank you.
Здравствуй, Анатолий. Здрасте. Прыгаешь? Смотрю. Красиво. Нравится? Ну еще бы. Что ж не пришел ко мне во вторник, как договорились? Не смог. Насчет армии ты не передумал? Я имею в виду насчет 11 класса. Нет. Но ведь в ВДВ без среднего образования ты не попадешь. Я тебе точно говорю. А мне все равно. Теперь все равно. Может, разберемся, а? Эмилия Борисовна. Подполковник Померанцев Александр Михайлович. Очень, очень рад. Прошу вас. Благодарю. Извините. Подполковник Померанцев, слушай. А, привет. Ну, что у тебя? Так. Ну, поздравляю. А что сказали? Молодчина. У меня тут люди. Ну, в общем так, в холодильнике гречневая каша с котлетами разогреешь, внизу компот. Мама будет поздно, она уехала в Зеленоград. Я как обычно. Ну, все, все. Все, привет. Извините. Подполковник помер. А, Яков Аркадьевич. Я вам все утро звонил, никак не мог застать. Вы знаете, без вас как без рук. А завтра нельзя. Хорошо, договорились на послезавтра. Да, в 9 часов утра ребята будут ждать. Все накладные, распоряжения, все. Спасибо. Спасибо вам большое. До послезавтра. Слушаю вас. Разрешите? Да. В двух экземплярах. Спасибо. Разрешите идти? Идите. Есть. Я к вам по поводу сына. Я мать Володи Корнев. Корнев. Корнев, Корнев. Извините, одну минуточку. Одинцов? Слушай, товарищ подполковник. Есть? Закон, законом, ну, как человек, как отец. Ну, конечно, перед вами каждый год проходят сотни ребят, все разные, каждый со своим характером, со своей судьбой, порой нелегкой, но... Ну, Александр Михайлович, хотя бы на полгодика еще до осени. Я была у него в институте, там сказали, что восстановят его на дневном, если он успешно сдаст сессию. Разрешите? Да-да. Спасибо. А вот знакомьтесь, прапорщик Одинцов, он занимается призывом молодежи на службу. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите идти? Да, да, идите, спасибо. Что с тобой, Никита? Здрасте. Вы думаете, как отец? Ну вот, звонил сейчас мне мой младший, вы слышали? Да, слышал. Валерка.
Если вы узнали, каким он был два с половиной года назад. Служба у нас беспокойная, я, знаете ли, в Молдавии служил. Старшему у меня 25 лет, у него уже дочь. Но Валерка тот часто один оставался, 2 года вообще не виделись. А возраст у него как раз трудный был, как теперь говорят, 15-16 лет. Ну, увлекся этой музыкой современной. Да, приехал я в отпуск и, честно говоря, очень даже забеспокоился. Ну, мальчишкой увлекался то тем, то другим, футбол неплохо играл в детской спортивной школе. А тут вдруг, или не вдруг, пустота какая-то образовалась. Гитара, магнитофоны, мотоциклы. Да. Ну, а главное, в школе двойки сплошные. Ну, вот и подходит срок призыва Валерки в армию. Меня уже тогда в Москву перевели. Но я никому не звонил, никого не просил. Хотя знакомых, сами понимаете, у нас много. И супруга была со мной согласна. Куда попадет, туда попадет. Да, отслужил он 2 года в Белоруссии. Но совершенно другим человеком вернулся. Этаким бравым, подтянутым сержантом, отличником боевой и политической подготовки, разрядником по бегу. Ну, мужчиной, короче говоря. Да. Отдохнул немного после армии. Папа, я пойду работать. А сейчас вот в МГУ на подготовительное отделение поступает. Сегодня собеседование было, все у него в полном порядке. Поздравляю. Спасибо. Как офицер военкомата, Эмилия Борисовна, я вас понять не могу. Время сейчас сложное, трудное, на нас большая ответственность. Молодежь должны готовить боевую, знающую военное дело. Да и как отец, честно говоря, я вас не совсем понимаю, Эмилия Борисовна. А вот вы норовите вырастить своего сына в теплице, а дальше от трудностей. Ну, любым способом упрятать от выполнения, так сказать, прямого гражданского долга. Извините. Подполковник Померанцев слушает. Понимаю. Хорошо. Извините, начальство вызывает. Спасибо. До свидания. До свидания. И что же он больше к вам? Но мы же на ты перешли. И больше к тебе он ни разу ничего? Ни разу ничего. Наоборот, даже заискивал. Такие люди обычно очень трусливы. Остальные ребята и мужики не могли этого заметить. Так что весь дешевый авторитет. Однажды даже его Кондей побил. А кто это? Кондей? Ну, это как повар на судне, что ли. Вообще, Сивыч вскоре списался, так что я о нем больше не слышал. Знаешь, я не таких людей в жизни встречал, как ваш миллиметр в Приморье и на Камчатке. А закон у них один, примитивный, да изжоги. Выбери одного и втаптывай его в грязь, вдалбливай на глазах у всех. Будут уважать. Боятся, значит, уважают. Ты должен перебороть себя. Здоровый ведь парень, борьбой занимался. Я вот все думаю и больше прихожу к мысли, что смелость – это не черта характера. Привычка. От тебя ведь никуда не убежишь. Ни в армию, ни на какие Галапагосские острова. Расскажи мне все по порядку.
Я не знаю, с чего началось. В карту он меня садиться не заставлял, я сам. Он любого обыграет. Говорят, что шулер. Ну, а поди докажи. И хитрый. Его не обманешь. Во что играете? В буру чаще всего. А через неделю я ему 120 колов должен выложить. Ты не можешь меня с ним познакомить? Ну так, не говори, что я из военкомата. А миллиметр видел тебя во дворе. Помнишь, когда Клячкин у тебя 20 копеек просил? А, он был вместе с вами на площадке? Да. Тогда вот что. Послезавтра будет вечер призывника у вас в кинотеатре. Вон там фильм интересный, танцы. Не любит он этих мероприятий? Он там будет. Ленка Хорошилова, кассирша. Со мной в одном классе училась. Вот миллиметр дышит к ней неровно. В любом случае будет. На севере среди снегов и льдин сидит печальный смурной пингвин. В глазах тоска, сердце он вывихнул. Вчера влюбился молодой пингвин в пингвиниху. Был он во фраке и при бабочке, когда уши брусянешь, упали не да там. Со льдиной соскользнула пингвиниха, и тут же заработал он себе три вывиха. Скрылся? Молодца! Доставь кон. Обидно, обидно. Плывешь и видно. Ха. Был первый вывих от пингвиньих глаз. Они сверкали каждый, как алмаз. Другой от красоты ее фигуры был. А от чего был третий, он совсем забыл. Вот так сидит и до сих пор пингвин. Один на севере, совсем один. Когда ж со льдин идет, не разбирается. Во фраке с бабочкой он в воду опускается. Он представляет, будто он жених. Влюбил в себя одну из пингвиних. Она вокруг него и так эдак вся. А он глядит и только тихо, да. А он глядит и только тихо улыбается. Потом встает и говорит: ха-ха, вы очень милая пингвиниха, но мне признаться не до вас, пингвиниха, имею я, увы, уже, увы, три вывиха. Вот вся история про пингвина, который никогда не пил вина. Не видел женщин и не видел сигарет, а юный чист жил на далеком севере. А юный чист жил на далеком севере. Зачем же так? Ты не прав. Ха-ха.
Да, пожалуйста. Я Гамазин. Садитесь. Простите, я опоздал, повестка на 11. Ничего. Нужна справка с места работы. Да нет, справка есть. Вы же ее недавно приносили. А, ну да. Ваша жена написала заявление. Какое заявление? Хочет, чтобы вас призвали в армию. Говорит, что вы ни в чем не помогаете, мало зарабатываете. Я к вам ездил. Вам тесть и теща не передавали? Нет. Конечно. 120 рублей. Работа у меня сменная, больше ночная. Потому что аспирантура и... До защиты чуть больше полгода осталось. В прошлом году очень мало сделал, потому что ребенок был болен, и с квартирой сложности. Она говорила, что с детьми и сама может справиться. Так как тесть и теща будут жить у вас. Как у нас? Они собирались месяц-полтора до осени. А тесть говорит, что Елена Анатольевна не хочет, чтобы они уезжали домой. Так чем же все-таки объяснить это заявление? Вы разводиться не собирались? Нет. Нет. Никогда. И что же теперь будет после ее заявления? Да мне вот поручили разобраться. Здравствуй, Олечка. Здравствуй, милая. О, мы тебя завтра ждали. Здравствуй, моя хороша. Ну, покажись. Загорелый. Хороша. На-ка. Ух, какой роскошный пес. Как зовут? Красам, сидеть, красам. Ты смотри. Лежи. Лежи. Настюш, а что, дома никого нет? Да, мама должна сейчас скоро прийти уже. Пап, мы тебя завтра ждали. Я хотела твой любимый пирог испечь. Ничего, завтра испечешь. Ну ты какой. Пап, ну давай, иди, раздевайся, умывайся, все, а я тебе сейчас обед приготовлю. Давай, 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 голоден, давай. Кайсан, место! Пошел на место, Кайсан! Настенька, а где Володя? Не знаю. Мой любимый картофельный суп. Сама? Угу. Молодец. Вкуснотища. Молодец. Ну, рассказывай, как вы тут поживаете? Да нормально, папа, все. Весеннюю сессию сдала на все пятерки. Молодец. Так что получаю теперь повышенную стипендию. Молодец. Ну... А как Володя? Как у него с институтом? Пап, давай потом, а? Хорошо. Мама говорила, у тебя опять сердце в последнее время плохо. А, это так. Перемена давления, температур, поэтому только. Кузна, все-таки, что же случилось у Володи? Папа, ты только не нервничай.
с институтом у него. В общем, плохо у него с институтом. Отчислили его из дневного отделения еще в прошлой весной. Мы не хотели тебе сообщать, не хотели тебя расстраивать. Сейчас он вроде бы на заочном. В этом году ни разу там не появлялся. Так. Значит, будет наш Владимир служить. Мама ходила в военкомат. И даже звонила кому-то. Вчера ночью папе неотложку вызывали. Сердце. Я думаю, что он больше никуда не поедет, он очень болен. Приехал в отпуск отдохнуть. А тут Володька. Они очень похожи, мама и брат. Поскандалят, выплеснут все наружу и забудут. А мы с папой все внутри переживаем. Папе скоро уже 60. И потом фронт. Он был ранен? Да. В 43-м на Украине, а потом в 45-м в Германии. Осколком раздробило бедро. И контужен был. Они вчера часа два кричали на кухне с Володей. А мама, как всегда. Весной во время сессии мы сюда часто ездили. Сразу после экзаменов. Большой компанией. Расскажи мне про Камчатку. В октябре у нас однажды судно обледенело. А это опасно? Опасно. Перевернуться можно. А вы были далеко от берега? Миль... километров 40. А Ла-Манш ты бы мог переплыть? Вон сколько километров? От 180 до 32. Но Тихий океан в районе Камчатки с Ла-Маншем имеет мало общего. Температура там 3-4 градуса, летом 10. Ужас какой. Знаешь, я больше всего на свете люблю теплое море. Раньше мы каждый год ездили отдыхать на Черное море. А я Черного моря не видел. И не купался? В океане. В тот день, когда у нас судно обледенело. Расскажи. Ну, упал за борт, да и все. А кто тебя вытащил? Чиф. Старпом. Настоящий пират из острова Сокровищ. Иногда так грустно, одиноко. Кажется, что я никому не нужна. Играй, играй. А,
Олежка пришел. Лен, можно тебя? Что стряслось? Давай, маленькая. Нет. Закрой дверь. Ну, что случилось? Я вчера был в военкомате. И что они тебе там сказали интересного? А ты не знаешь? Нет. Ты не знаешь. Ты не знаешь. Не кричи на меня. Ах, я кричу, да? Я кричу? Подожди! Может быть, ты все-таки мне объяснишь, в чем дело? Твое заявление, что это значит? Это значит, что я хочу, чтобы тебя взяли в армию. Надоели мне твои 120 рублей, что они есть, что их нет. Ты мне за 6 лет нашей жизни ничего не подарил, кроме флакончиков с духами. Туфлей, которые давным-давно вышли из моды. И платье, которое мне мало. Успокойся, я тебя прошу, успокойся. Успокойся? Я устала от того, что тебя никогда не бывает дома, от твоих обещаний. Кандидат наук. Он Андрей Макаров, который с тобой учился, помнишь? Он работает простым грузчиком весне. Сколько он зарабатывает в месяц? Больше любого кандидата. А Витька? Официант в интуристе. Сколько он месяц имеет? Ну куда там? Мы же интеллигенция, мы же выше. Да, сейчас. Ба! Здравствуй, Настя. Прошу знакомиться, сестра Анастасия. Настя. Боб. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуй, Володя. Извините. И давно ты с ним? О чем ты? Ну, я имею в виду с нашими доблестными вооруженными силами. Слушай, что ты говоришь? Несешь какую-то ахинею? Это случайно не его наш Кайсан покусал? Пути Господни неисповедимы. Так говорили древние. До свидания. Почему ты говорил, что работаешь на почтовом ящике? Я говорил что-то вроде почтового ящика. Глупый. Мне же совершенно все равно, кем бы ты ни работал. Нравится? Я много профессий сменял. И до армии, и после. И понял одну вещь. По-моему, очень важную вещь. Там хорошо, где нас нет. И тогда хорошо, когда нас нет. Интересно. А главное... Оригинальная мысль. Мне для этой мысли понадобилось довольно много времени и сил. Нет, я не говорю, что я всю жизнь буду работать в военкомате. Но человек ведь не рыба, чтобы стать где глубже, то есть где лучше. Надо делать то дело, которое ты в данный момент делаешь, как можно лучше, честнее. Всех можно обмануть. Но себя еще, кажется, никто не обманул, даже гений. Я, может быть, прописные истины говорю. Но. Поцелуй меня. Ты что, не умеешь целоваться?
папа. Поговори с папой. О чем? Ну, о Володе, конечно. Чтобы он никому не звонил насчет всяких там отсрочек. Это же твое дело. Я теперь все знаю. Поговоришь? А с Володей, думаешь, бесполезно? Думаю, что сейчас бесполезно. Заходите, пожалуйста. Я из военкомата по поводу Дмитрия. Вы товарищ Одинцов? Да. Я с вами по телефону разговаривала. А я, Марья Сергеевна, сестра. Уже приехали так быстро. Спасибо вам, спасибо, что вызвали. Как я сама не догадалась? Ума не приложу. Ведь сестра родная, не кто-нибудь. Ну и хорошо, что так устроилось. Устроилась, устроилась. Не беспокойтесь. Спасибо вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Дима еще на работе. Он только часам к 5 будет. Справку о болезни и о вашей нетрудоспособности мы получили. Но права на отсрочку Дима не имеет. Потому что по закону вы не находитесь на его иждивении. Формально у вас есть муж. Он ушел. Я не поверила, я... Маша, ну зачем? В первый день, как только узнал, что у Ксюши после инсульта паралич, 5 лет не появляется. Вы представляете, что это такое, молодой человек? Дима любит отца, уважает его, верит ему. И вдруг у него на глазах совершается это нечеловеческое предательство. Маша! Это хуже, чем предательство. В русском языке просто нет подходящих слов. А Дима, он мечтает об армии. Вон, посмотрите. Мечтает стать радистом в танковых войсках. Вы меня извините, что я вмешался. В общем-то, это не мое дело. Что вы, спасибо. Сестру я, конечно, не брошу. Что-нибудь придумаем. А вам спасибо за то, что позвонили, за то, что помогли. Командир, еще про здоровье нет, что ли? Уйди, откуда шел? Ну, а креветочки? Креветки сделал. Вот так, видал? Командир, вот он в порядке. Жигуль новый есть. Квартирка набронная, дачка. Живет по-человечески. По-человечески? Да, по-человечески. Тебе сколько лет, командир? 30. А, ну то ты молодой. Ну я вроде не плесень, а? Мне 43 исполнилось летом. Ну а ей ты сам же. Что тут говорить? Еще паралич. Не, ну деньгами-то я их обеспечиваю вот так. Вот, и, там, продукт дефицитный, тряпки какие-то. У Димки на день рождения французскую куртку взял. Ну, сам посуди, командир. Ну, не могу же я всю оставшуюся жизнь за ней это выносить. Просто не меня. И ты бы не смог, я тебе точно говорю, командир. Это со стороны легко, знаешь, подлец, мерзавец, негодяй. Орать оно всегда легко. Совести призывать. А ты разберись по-человечески. По-человечески? Ну, по-человечески. Я, честно говоря, и раньше с ней жил так. Ну, ты понимаешь, да?
Слушай, командир, нравишься ты мне, а? А то чё б я с тобой разговаривал? Ты пей. А, спасибо, шеф. Спасибо. Пей, пей пивко. Здесь всегда свежее. Видал? Вот он в порядке. Он живет по-человечески. По-человечески? Интересно, долго я еще за тебя буду получать? Скоро мне это надоест. Из милиции поступила на тебя бумага. Пришла жалоба. Товарищ старший лейтенант, если вы имеете в виду Гамазина, то он не совсем подходит под эту статью. Не понимаю. На своем иждивении Гамазин имеет двух детей. А все эти заявления и жалобы его жены, мягко говоря, рапорт подать или устно объяснить? Объясните. Жена его, мягко говоря, обыкновенная мещанка. Ишь ты, а ты в этом уверен? Вполне. Теперь уже вполне. Я встречался с ней, с ее родителями, с самим Гамазиным, с его лучшим другом. Встречался с заведующим учебной частью института. Ишь ты. Мещанка. И довольно низкого разряда. Но сейчас не об этом. Олег Гамазин – талантливый парень. И истинный ученый. И как все настоящие ученые, в быту разбирается. Не больше, чем его 6-летний сын. С женой они совершенно разные люди. Понимаете, есть птицы певчие, а есть птицы ловчие. Так, ну? На танцах у себя в деревне она окрутила Олега и женила его на себе. Рожать двух детей не было в ее плане, но так уж получилось. Она поняла, что кроме московской прописки, двухкомнатной квартиры и хрусталя, оставшегося от деда, ей ловить нечего. На 120 рублей не очень-то уж и развернешься. А внешне она хороша. Однажды ее увидел уже поживший, повидавший на своем веку научный руководитель диссертации Олега. Так. Привез ей из Австрии сапоги, на которые рассеянный Олег даже не обратил внимания. И так далее, и тому подобное. Здорово. Здравия желаю. Здравия желаю. Елена Анатольевна вызвала из деревни своих стариков, пенсионеров, ну, чтобы они могли поухаживать за детьми. Угу. Этот доктор наук имеет научную кафедру, ведущую кафедру в институте. Чуть ли не каждый месяц ездит за границу. Физически более-менее крепок. Олег хоть и не замечает ничего, а все-таки помеха. А чем черт не шутит? А вдруг этот доктор наук впадет в старческий маразм? Да и женится. Ну? Извините. Вот так. А? Куяров. Что? Отличный парень. А, хороший, хороший. Опыта, правда, маловато. Опыта? Зимой тебя не было, а он, знаешь, как здесь крутился. И в поликлинику, и по школам, и в ДОСААФ, и с родителями. Умеет он работать с людьми, вот что. Разговаривать умеет спокойно, без нервов разобраться во всем. Вдумчивый, честный. Не может, как многие, ответить, это меня не касается. Все его касается. Угу. До всего есть дело. Хорош парень. Опыта, говоришь, маловато. А вот спроси меня, пошел бы я с ним в разведку? Пошел бы.
надежный он. Настоящий русский мужик. Присядем на дорожку. Давай. Ну, счастливо. А может быть, все-таки останетесь, а? Съездим на вокзал, сдадим билет. Ну, потеряем несколько рублей. Может быть, все-таки останетесь? Да рубля что, не в рублях дело. Стесняем мы вас. Да зря ли нам как-то привычнее, потому спокойно. Поедем уж, поедем. А летом к нам приезжайте. Держись, Олег Михайлович. Товарищ Одинцов, ваш брат безобразно вел себя на уроке физкультуры, толкался, ставил ребятам подножки. Срочно примите меры. Василий, иди сюда. А что? Что это такое? Иди сюда. Вот здесь вот, что это такое? Где? Вот, вот здесь, что написано. Срочно примите меры. Ну что? Ну ты что, хочешь, чтобы я тебя наказал сегодня, да? На наветренных островах детей еще до сих пор наказывают розгами. Мне ведь все равно, что у тебя день рождения. Это не я. Что не я? Твои учителя что уже, слепые совсем? Толкался не я, и подножки ставил не я. Толкались их Сережка с Игорем, а учительница этого не видела. А я их один раз как толкнул, она увидела. Привет. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Я хочу выпить за то, чтобы Вася никогда не болел, слушался старшего брата и был бы таким же чутким, добрым и смелым. И еще, чтобы он никогда не становился эгоистом, человеком, который думает только о себе. Я думаю, что это к Васе не относится. Будь здоров. Спасибо. Вкусно. Вот этого подложи еще, пожалуйста. Спасибо. А это что такое? Мясо, запеченное в тесте. Ух ты. Сам делал? Вместе. А как? Ну, расскажи так. Раскатывается, так. Добавляется сюда мясо, в мясо всякие яйца, режем морковка, свекла, соль, перец. Сахар, перец. Да. Потом уксус. Все это оборачивается и выбрасывается. А потом идем в кулинарию и покупаем вот это дело. Хорошо, правда? Василий, давай. А я раньше не верила в гороскоп. А я о нем только слышал. Теперь я вижу, что Овен очень хорошо со Стрельцом. И Стрельцу с Овеном. Никогда не рассказывал о своих родителях. Я знаю, что папа у тебя военный. Был военным. Погиб на границе. Он очень хотел, чтобы я тоже был военным. А мама нашу
Три года назад умерла. Уже здесь, в Москве. С тех пор вы вдвоем с Васей? Да. Мы с Василием вдвоем. Замечательно живем. Слушай, что с тем письмом из Закавказского военного округа? Насчет семейного положения? Да. Разобрался? Так точно. Отец младшего сержанта Бычкова получил вторую группу инвалидности. Кроме сына у него никого нет. Ясно. Готовь документы. Есть. Сейчас ко мне придет отец одного из твоих парней, из трудных, Корнева. Кого? Корнева. Ну, мать его была у меня, помнишь? Теперь вот отец. Хочу, чтобы ты присутствовал при нашем разговоре. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. 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 Корнев. Володя. А? Мне надо с тобой поговорить. Сядь. Пап, дело в том, что через 40 минут мне в институт. Перестань. Я же не десятиклассница, которой ты хочешь внушить, чтобы этой жизни знаешь все. Потом я же знаю, как ты хочешь в институт. В этом году ты не был ни разу. Как-то. Был у декана, передавал ему от тебя книги. Перестань ерничать, Владимир. Спасибо, на место. Конечно, я во всем виноват. Некогда. Все некогда. Все, время торопимся, спешим. Вчера я был в военкомате. Разговаривал с подполковником Померанцевым и прапорщиком, как его, не помню фамилии, такой толковый, Одинцов фамилия уж. А, Настин Хахарь. Кто? Ну, интеллектом он, правда, не блещет. Лицо, знаешь, такое, ну, чуть тронутое. Кстати, мама об этом не знает. Настя просила не говорить. Почему? Расстроиться может. В конце концов, это ее личное дело. Да. Настя уже взрослый человек. Так вот. Ты знаешь, Па, я тоже так считаю. Курить страшно хочется. Потерпишь. Так вот. Я пригласил тебя для того, чтобы... Чтобы сообщить неприятное известие. К нам едет ревизор. Так? Ты знаешь, ты удивительно догадлив. Так вот. Володя, отсрочки не будет. То есть как? Ну, вот так, как все твои сверстники, пойдешь служить в армию. В какую? В советскую. Па, ну, мы же с мамой насчет института. Я не понимаю, ты что, шутишь, что ли? А что, разве это похоже на шутку? Очень. Виктор Сергеевич почти договорился насчет твоей отсрочки. Я не знаю, как, он мне сам об этом говорил. А я военкому сказал, что мой сын хочет служить в морской пехоте или в артиллерии, как его отец. Короче, призывная медицинская комиссия у тебя в понедельник. Коля! Коля, открой! Ну, ты слышишь, открой! Ну, что за идиотская манера закрываться от меня? Ну, Коля! Па. Ты извини меня, конечно, но с юмором у тебя было всегда туговато. Знаешь что? Знаешь что? Не для того твой дед погиб на четвертый день войны. И отец твой дошел до Берлина
и вернулся весь израненный. И работать всю жизнь. Не для того, чтобы ты стал безмозглым оболтусом. Или бездушным подонком. К чертовой матери! Дежурный слушает. Это я. Вчера папа разговаривал с ним. Сказал, что никакой отсрочки не будет. Ночью папе вызывали скорую. Хотели отвезти его в больницу. А он ушел. Ушел совсем. Сказал, что мы больше его не увидим. Что он не армии боится, а что... Вообще ему все надоело. Никита, что же делать? Папа не переживет. Я не знаю. Может быть, к этому Берри? Но я не могу оставить папу одного. Электричка с Ярославского вокзала. Уважаемый прапорщик, пока что никакого отношения не имеете. Я бы был, конечно, очень рад. Значит так, ты сейчас поедешь со мной, а в понедельник явишься на медкомиссию, понял? Что вы ко мне привязались? Что вы мне жить мешаете? Ну? Ну что ты, ну? Ну, вставай. Простудишься, ведь земля ведь еще очень холодная. Ну, вставай. Распахнется дверь, я вернусь домой. Верь, не верь, скажу, мы опять с тобой. Отслужил, скажу, миру мир храня. А теперь скажу, обними меня. Вместе, братцы, жить, дружбой дорожить. Нам, ребятам, нам, солдатам, нелегко служить. Я служил, поверь, не за блеск наград, но зато теперь на всю жизнь солдат в середине дня распахнется дверь. Обними меня,
я скажу тебе. Вместе, братцы, жить, дружбой дорожить. Нам, ребятам, нам, солдатам, нелегко служить. Я стране отдал все, что мог и знал, да и сам иным я, наверное, стал. Не страшусь огня, не боюсь морей. Поцелуй меня, поцелуй скорей. Вместе, братцы, жить, дружбой дорожить. Нам, ребятам, нам, солдатам, нелегко служить. Вместе, братцы, жить, службой дорожить. Нам, ребятам, нам, солдатам, нелегко служить. Будь умником. Обязательно пиши почаще. Пиши каждую неделю, чтобы маму не беспокоить. Ну что, пора? Обещай мне обязательно, обязательно писать. Володя. Сегодня в вашей жизни знаменательный день. Вы отправляетесь служить в ряды вооруженных сил СССР. Вступаете в армейскую семью. Вам предстоит стать продолжателями тех славных традиций, которые зарождались на фронтах гражданской и Великой Отечественной войн. Вчера вы еще трудились на фабриках и заводах, а сегодня вам в кратчайшие сроки предстоит овладеть современным оружием и боевой техникой, стать сознательными защитниками социалистической родины. Так носите же с гордостью звание воина Советской Армии. Будьте достойны славы отцов и дедов, которые ценой крови и жизни завоевали свободу и независимость нашей Родины.